Добрый день, мои дорогие овны. Я рада вас всех приветствовать на своем канале. Спасибо за просмотр, за лайки, за то, что вы подписываетесь на мой канал. Спасибо огромное за комментарии. Итак, мои дорогие овны, я сейчас хочу посмотреть, сделать короткий прогноз для вас на неделю с 15 по 21 мая. 19 мая у нас будет новолуние. Новолуние – знаки зодиака Весы. Так что прописывайте все аффирмации, которые я вам рассказывала на предыдущих видео, для воплощения в реальность того или иного, чего вы задумали. Итак, мои дорогие овны, смотрим, что вам принесет неделя с 15 по 21 мая. Так, что моим дорогим овнам принесет неделя с 15 по 21 мая? Начало недели, середина недели, конец недели. Итак, мои дорогие овны, смотрите, в начале недели у вас идет взаимодействие с женщиной. Женщина такая вот эмоционально располагающая к себе, приятный собеседник, хороший, вот она может протянуть руку помощи в трудную минуту, эта женщина, вот она как посочувствует вам. Вот в начале недели у вас будет какое-то взаимодействие с ней. Середина недели, мои дорогие овны, у вас какая-то ситуация зависшая, ни туда, ни сюда. Как вот застряло что-то, да, вот я всегда говорю одноманитно, да, вот так вот позиция застоя ни туда, ни сюда, вот так вот оно стало. И еще, мои дорогие овны, здесь такая ситуация есть, что вам придется чем-то пожертвовать ради чего-то, ради кого-то, ради какой-то ситуации жизненной. В конце недели вам идет взаимодействие с мужчиной. У каждого мужчины это будет свой, да, так как расклад общий. У кого-то по работе, у кого-то взаимодействие по отношениям, да, или еще с чем-то связано. Сейчас будем дальше докладывать. Итак, мои дорогие, еще один такой момент, не забывайте, события местами могут меняться, но они будут, да. Вот, итак, мои дорогие, умные, смотрим, работа. Что у вас по работе с 15 по 21 мая? Мои дорогие овны. Ух ты, прекрасно, мои дорогие овны. По работе, вот вам вышел мужчина, да, идут к вам с хорошим, очень таким вот, как я говорю, располагающим предложением, да, рассмотрите это предложение, хорошее. Так же самое, у вас по работе идет поездка, поездка хорошая, не отказывайтесь от нее. То есть это у каждого овна, это проиграется по-разному. У кого командировка, да, кому нужно будет поехать на какое-то определенное расстояние, новый заказ, новая возможность, но это хорошо, прекрасно, рассмотрите это все. Вот у вас и вышел в конце недели мужчина, и сюда по работе мужчина, рассматривайте, предложение хорошее, то есть там есть прибыль, и это хорошо. По финансам для моих дорогих овнов новости будете получать, хорошо, новости о финансах, то есть идет у вас уже, как сказать вам, что вы меня помнили, действие какое-то, взаимодействие о финансах, как новый заказ, новая работа, новая возможность. То есть финансы уже у вас идут, к вам идут, как я говорю, да, уже открывается вот у вас как денежный коридор. Вот. Вы как начнете притягивать себе деньги. Это хорошо, по финансам мне нравится, прекрасно. И еще, мои дорогие овны, у кого есть дети, финансы пойдут на детей. Ну вот, что-то купить, приобрести, там, ну, такой вот ракурс, с детками связано. Здоровье для моих дорогих овнов. Мои дорогие овны, не нужно вам так переживать по здоровью, вы сами себя загоняете, как я говорю, вот этот ненужный угол. Здоровечко – это давление, головная боль, состояние унылости идет, знаете, вот такое вот, не хочу ничего делать, я лучше полежу, то есть вам этого делать не надо, не загоняйте себя туда, куда не нужно, обратите внимание, голова, давление, да, резкий скачок может быть давление, ну вот, из-за того, что вы сами себе надумали то, чего не нужно надумывать. Итак, личная жизнь для моих дорогих овнов на этой неделе с 15 по 21 мая. Мои дорогие овны, в личной жизни вы смотрите на другой горизонт. Не все, конечно, да, те, кто в паре, вы, вот я еще раз повторяю, посмотрите на свои отношения по-другому, да, с другого ракурса, с другой стороны. Девочки, парни, мужчины, женщины, которые не в паре, да, вот вы вот как находитесь в поисках своей второй половинки, да, у вас возможно знакомство с человеком, который живет на далеком расстоянии, да, это очень далеко. Ну, вот так вот, но те, кто в паре, вы вот смотрите, знаете,
Ой, по-новому как-то. Вот даже есть такие моменты, я еще раз повторяю, не у всех, но у многих овнов вы как рассматриваете такой вариант, как развод. Вот. Ну, это не все, я еще раз повторяю. Да, я много вариантов сказала, но не все. Ну, каждый смотрит по своей ситуации. Вот так вот. Социум для моих дорогих овнов на эту неделю с 15 по 21 мая. Социум – это огромное количество людей, которые нас окружают. Ой, прекрасно, мои дорогие овны, у вас какое-то радостное событие будет на этой неделе. Вас куда-то пригласят. Идите, развлекайтесь, вот с кем-то посидеть, с кем-то пообщаться в прекрасной компании, в кругу добрых людей, те люди, которые вам нравятся, вы им нравитесь, вот приятная компания, приятное взаимодействие. Девочки еще могут, девочки, женщины, вот как девишни, да, вот общаетесь, сидите, разговаривайте, все прекрасно, все хорошо, еще в каком-то хорошем месте приятно. Совет моим дорогим овнам на эту неделю. Совет. Пробуждайтесь, не сидите на месте, пробуждайтесь. У каждого свой момент, да, вот по работе мне нравится, вот вам идут с предложением, рассматривайте его, идите, смотрите, взаимодействуйте с этим мужчиной, да, не сидите на месте. По финансам у вас идут новости уже хорошие, по финансам, то есть по финансам идет у вас уже действие, вот поэтому в середине недели вы как застряли, застой, ни туда, ни сюда, вот. Одномонитно, да, этого делать не надо. Пробуждайтесь, не сидите на месте, двигайтесь, то есть на этой неделе. Неделя прекрасная, неделя будет новолуние, да, зарождается новая энергия, это очень хорошо. Чего не стоит делать моим дорогим овнам на этой неделе? Мои дорогие овны, я знаю, многие из вас, не все, конечно, фантазеры, да, снимите розовые очки и посмотрите здраво на те или иные ситуации. Ну, здесь у меня глаз горит, я вот, вы уже знаете, по моим раскладам отношения. Посмотрите на свои отношения, снимите розовые очки, посмотрите здраво, сделайте правильный выбор. Да, почему? Потому что много иллюзорного возле вас. И что моим дорогим овнам принесет это новолуние, которое будет 19 мая в знаке зодиака Близнецы? Что моим дорогим овнам принесет это новолуние? Мои дорогие овны, вы развяжете себе руки, отойдут от вас все страхи, сомнения, переживания, незнание, как быть, как делать, как что делать, да? Вот, вот это новолуние вам несет, как вы как крылья себе расправите, да, вот как развяжется что-то перед вами, уйдут от вас, еще раз повторяю, вот это все, незнание, что делать, как быть, вот это вот непонятная какая-то ситуация, здесь и личная жизнь проходит. Вот. И вы уже поймете, что вам, куда и как. Вот, вот это новолуние вам это несет. Новолуние у нас длится 2 недели. Ух ты, вылетела одна карта, я ее оставляю. Так, и смотрим. Одна карта из колоды Ленорман для моих дорогих овнов на эту неделю с 15 по 21 мая. Так, мои дорогие овны, я вас просто поздравляю, класс. На этой неделе вам улыбнется удача, постарайтесь ее заметить. Удача у каждого будет своя, то есть это финансовый ракурс очень хороший, хорошо заработать. А у кого были какие-то моменты, связанные с бумагами, крупными бумагами, с чем-то ценным, то есть у вас уже это все как улыбается вам удача, она стоит у вас на пороге. Классно, с этой недели, с этого новолуния, ну просто потрясающе. Просто радость у вас большая будет. Ну, у многих проиграются финансы, еще раз повторяю, крупные, да, крупные бумаги, ценные, очень ценные все. И удача, она у вас уже в ранней дороге, то есть она у вас уже вот-вот. Вот и поэтому это новолуние снимет с вас все ограничения, какие-то скованности, непонятки в разных ситуациях. Да, в личной жизни вы уже разберетесь, как вам быть, что вам делать. Постарайтесь в социуме, пожалуйста, идите, отдыхайте. Такое вот приятное событие. Компания очень хорошая, располагающая к себе. Да, много девочек, женщин вокруг вас, хороших людей. Да? Вот так что, мои дорогие умные, вот так. Неделька у вас хорошая. Хорошая. Обращайте внимание, берите все на заметку себе. Итак, мои дорогие умные, я для вас сделала расклад на неделю с 15 по 21 мая. Я желаю всем мира, добра, удачи, благополучия. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Для меня любой комментарий – это комментарий. С уважением ко всем к вам. Ваша Аза Таро. До свидания.